терпимо, это все терпимо. Вот я перестала колоть, все, ей не больно, понимаете, это вот настолько моментальная, вот это вот такая мимолетная боль, что, ну, все терпится. Вот, мы практически обкололи все, да? То есть, получается, мы теперь больше проколем вот сюда, вот, можно? Вот, так, вот эти места. Пройдем. За счет того, что видите, здесь формируется, вот, поэтому мы сюда. А шею мы не планировали сразу изначально, да? Да, шею нет, шею там отдельно. А шею можно проколоть, если брать рукантил 2 мм, да, и пройтись. Да, 2 мм, 1,6%, да, здесь можно все проколоть. Ну, получается, здесь процент немножко меньше, соответственно, вам нужно будет сделать больше процедур, чтобы довести до того, что вы получите на двушке, на 2% ругантиле. Вот и все. Просто там будет процедур 6, здесь будет процедур 4. Вот и все. Ну, как бы здесь принцип один и тот же. Единственное, что есть биоэлектризанты, которые более плотные. Если вы уже прокололи все, и у вас остался сколько-то препарата, ну вы просто болюсно вот сюда вот в какие-то места пройдите, пусть просто увлажнится, если уж все прокололи и остался препарат. Мы как раз курсом биоревитализации мы добиваемся лифтинг эффекта. Увлажнение — это уже дело второе. Но рич, да, именно? Нет, это любым биоревитализантом, будь то это ругантил или рич. Если вы провели одну процедуру и больше не проводите, да, у вас останется это как просто увлажнение. Если вы провели процедуру через 2 недели повторно, вы простимулировали фибробласты, и у вас пойдет омолаживающий лифтинг эффект.